Футболы сегодня созданы на Сан-Сиро, и погода под стать этим условиям. Меня зовут Георгий Черданцев, и сегодня мы работаем для вас вместе с Константином Геничем. И итальянский футбол зовет нас в гости, серия А в прямом эфире. Это Интер против Турин. Отличная игра нас сегодня ждет, и мы этот матч, разумеется, ждали вместе с болельщиками. Посмотрим на состав Интера. В воротах Самир Ханданович. В обороне Шкринер в паре с Дефреем. Чолханоглу вместе с Брозовичем в центре полузащиты. И в атаке Мартинес начнет с Джеко. Болельщики Интера, как и все в Италии, немножко сумасшедшие и иногда ведут себя неадекватно. Вот несколько лет назад был вопиющий случай, когда они сбросили с третьего яруса стадиона Сан-Сиро с очень приличной высоты мопед. Хорошо, что он никого не зашиб внизу. Знаешь, Георгий, итальянцы же любят выбрасывать мебель на Новый год. Почему бы с трибун потом не выкинуть мопед? Перед нами состав Турин. Не боятся играть в три защитника. Подробная расстановка дает противнику простор для фланговых атак. Команды начинают эту игру. Поехали. Отличное оборонительное действие. Эдин Джеко. Они идут вперед, и соперник не может их остановить. Очень хороший пас сейчас получился. Как же не забивает! Такой момент упущен. Посмотри на ассистента главного арбитра. Флаг-то уже поднят, так что даже при попадании в створ гол бы не засчитали. И вот проходит он. Нет, не проходит, потому что арбитр поднимает флажок. Офсайд. Йосип Брекало. Санабрия. Отличный пас. Йосип Брекало. Антонио Санабрия. Хороший блок, мяч не проходит дальше. Дамфрис набирает обороты, это атака. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? И спасает тут игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво. Через пас угловой разыграли. Как? Есть первый гол у нас. Очень резвое начало с быстрым голом. Нас ждет атакующая игра сегодня. В этом нет никаких сомнений. Повтор гола смотрим. Удачно расположился игрок. Практически в упор был нанесен удар. И голкиперу там очень сложно было что-то сделать. Один-ноль в нашей игре.
Вперед идет атака. Интересно может быть. Но не получается как-то развить этот эпизод. Теряют они мяч. Мартинес. Иван Перешич. Хакан Чалханоглу. Никола Варелла. Уверенно действовал в перехвате игрок и в итоге завладел мячом. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Навешивает с углового Брозович. И мяч выбит из штрафной. Хороший переход в атаку. Нужно продолжать. Перешич. Очень опасно могло быть. Шанс убежать в контратаку есть у команды. Санабрия. Завершилась эта атака, и вратарь готовится вести мяч в игру ударом от ворот. А нам показывают гол, который вывел команду вперед. Вы просто посмотрите, как ловко он вратаря провел. Дамфрис. Дензел Дамфрис с мячом. Марцело Брозович. Хакан Чалханоглу. Атака в хорошем темпе. Мяч все ближе к воротам. Отлично сыграно. Мяч перехвачен. Чалханоглу. Никола Варелла. Здорово сыграно. Удар заблокирован. Удалось прервать эту проникающую передачу. Оказалось, это был почти гол. После рикошета мяч уходит в аут. Нет, эта атака не получается. Перехват. Пас тут получше отдать стоило. Иван Перишич. Чалханоглу. Лаутаро Мартинес. Уверенно сыграл на перехвате и вернул мяч своей команде. Эффективен высокий прессинг сейчас. Мяч у соперника оказывается.